новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Странное дело. Федеральная программа обеспечения жильем молодых семей у муравленковцев не популярна. Каждый сам решает свои проблемы. После долгой переписки с управляющей компанией житель Муравленко создал ТСЖ. И дом покрыли пленкой. В Муравленко впервые применили инновационное покрытие, которое сбережет дом от теплопотерь. Парламент Ямала в Совете Федерации будет представлять Александр Ермаков. Его избрали депутаты на очередном заседании законодательного собрания. Он занял место сложившего с себя летом этого года полномочия Дмитрия Ананьева. Ранее Ермаков занимал в окружном парламенте должность заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности и природопользованию. Хотелось бы заниматься проблемами северных территорий. Я отработал 38 лет на севере, и мне близка эта тематика. С развитием ТЭК, реализацией проектов по северному широтному ходу, строительству порта Сабета первостепенными для нашего региона являются вопросы природопользования. Это важная тема, которая, как и вопросы коренных малочисленных народов, нуждается в решении, поделился планами Александр Ермаков. Правительство округа на минувшей неделе распределило суммы финансовых средств федерального бюджета 2013 года между муниципалитетами, которые участвуют в реализации подпрограммы обеспечения жильем молодых семей. Согласно документу, миллионные суммы получили практически все крупные муниципалитеты округа. А вот Салехард и Муравленко в этом списке выглядят словно аутсайдеры. Напомню, столице региона досталось чуть более 29 тысяч рублей, нашему городу 88 тысяч. Такую разницу в суммах в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства объясняют количеством семей, которые изъявили желание принять участие в программе, реализуемой за счет средств федерального бюджета. Таких в этом году только две. Если говорить о субсидировании из окружного и местного бюджетов, то в данном случае о своем участии заявили 30 семей, и общая сумма финансирования составляет 23 миллиона рублей. У нас есть два направления, по которым идет обеспечение, предоставление социальных выплат молодым семьям. Это участие в окружной программе и участие в федеральной программе. То есть в окружной программе там идет софинансирование за счет окружного местного бюджета. А если заявляется молодая семья на получение помощи за счет федеральной программы, там еще добавляется третий источник – это федеральные средства. У нас на протяжении вот многих лет не так много молодых семей, которые изъявили желание встать в рамках вот федеральной программы жилища. На сегодняшний день их всего две. Поэтому вот и такой вот объем софинансирования из федерального бюджета на две семьи. На Ямале стартовал конкурс на лучшее ТСЖ, и он проводится в целях обобщения и распространения положительного опыта управления многоквартирными домами. Сегодня в Муравленко созданы и работают 15 товариществ. В чем плюсы такого управления и с какими трудностями приходится сталкиваться ежедневно, узнавала Татьяна Сорокина. Создать ТСЖ Арсен Марутян решил после нескольких лет безрезультатных попыток добиться от управляющей организации качественного ремонта козырька балкона своей квартиры. Сколько я бегал, сколько я их упрашивал. Я говорю, сделайте что-нибудь. Я уже замучился, каждый год делать ремонт. Говорю, у меня обои вот так вот все облазят и все. Они придут, руками разведут и не поймут, в чем дело. Я им говорю, посмотрите, вон течет, балконы мокрые, где-то щель есть, говорю, щель откуда, говорю, снег на крыше, видите, вот лежит на этих козырьках балкона. Ну, если вы не хотите, говорю, ничего делать, давайте сделаем так, я говорю, найму, придут, сделают, но вы, говорю, оплатите эту работу. Почему я вам за ремонт и содержание жилья не плачу, вы деньги не собираете, а делать ни черта ничего не хотите. Товарищество собственников жилья сталкивается с теми же проблемами, что и крупные управляющие организации. Огромные долги за коммуналку некоторых жильцов дома, неблагополучные хозяева отдельных квартир и бесконечные бытовые неурядицы. Только вот решать все вопросы приходится вдвоем с бухгалтером. Переговоры с подрядчиками, контроль и ведение работ, учет финансов. Зарплата председателя 5000 рублей. Говорит, этого не хватает даже на бензин, чтобы объехать все организации. Одним словом, работа для активиста общественного.
собственника. Решили, значит, договор индивидуального подряда заключить. Здесь есть мастера, которые занимаются этим делом. Оговорили смету, оговорили сумму, просчитали, сколько будет стоить материал, сколько будет стоить их работа, сколько налоговые отчисления. Получилось в два раза дешевле. И вот мы сделали два ремонта подъезда на остаток суммы, которая накопительная с 2009 года была по этому дому. Она составляла примерно около 500 тысяч рублей. Мы сделали ремонты подъездов, и на оставшуюся сумму мы установили пластиковые окна. За два года работы ТСЖ сделано уже немало. Подъезды и прилегающие к ним территории понемногу приводят в порядок. Оперативно решают текущие вопросы. При этом одна из главных проблем – пассивность жильцов – осталась в прошлом. Люди видят работу и охотно идут навстречу. Тут даже по ремонту, когда мы делали, советовали, какой краской, что сделать, как, что, даже, допустим, лестницу ту же самую нужно было покрасить. Я хотел в красный цвет покрасить, как прежней краской. Думаю, как бы сэкономить. Нет, говорит, давайте вот стены, говорит, такого цвета. Нужно обязательно краску такого цвета сделать, чтобы лестницы были, как бы выделялась, колор подобирал. Марутян на этом посту будет еще год. За это время глава ТСЖ планирует еще сделать многое. Кроме того, Арсен надеется, что тот человек, который сменит его на этом ответственном посту, будет также добросовестно относиться к своей работе. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Инновационный состав «Корунта» впервые применили в ходе проведения капитального ремонта жилого дома по адресу Дружбы народов 6 в Муравленко. По словам разработчиков, краска значительно снижает теплопотери зданий. Подробности у Эрнеста Бавшина. Пока это единственный дом в нашем городе, выкрашенный теплоизоляционной краской «Корунт». Почему только один? Ответ кроется в стоимости материала. Литр такого покрытия стоит около 400 рублей, а чтобы выкрасить двухэтажку, требуется более 1000 литров. После высыхания на ощупь краска «Корунт» становится похожа на пластик. По сути, получается, что дом одет в такую пластиковую пленку толщиной в 3 мм. Но жильцам дома не стоит волноваться по поводу того, что стены дома перестанут, что называется, дышать. Краска тем и хороша, что позволяет зимой сохранять тепло, а летом его не накапливать. А пористая поверхность отлично отводит влагу от стен. Кроме непревзойденных теплосберегающих свойств, «Корунт» обладает сочетанием водонепроницаемости, и его состав способен дышать. То есть не так, что стены вакуумом будут покрыты, то есть стены дышат. И летом эти стены не нагреваются практически, то есть отражают солнечный свет, а зимой они позволяют сберечь 30% тепла больше, чем просто покрашенные. Дом выкрашен в рамках программы капитального ремонта. Кстати, здесь полностью перестроили входные группы, смонтировали новую кровлю. Жильцы оплатят только 5% от всей стоимости капремонта, куда входит и цена краски. В дальнейшем здание не будет нуждаться в ежегодной заделке межпанельных швов, а энергоэффективность нового метода теплоизоляции проверят с наступлением низких температур. Только как понижаются температуры ниже 10 градусов, то обязательно мы проверим с помощью тепловизора. И Ямал-техэнергоконтроль приедет, обязательно тоже проверят со своим оборудованием. То есть, конечно, обязательно проконтролируем, какой будет эффект. Если инновация хорошо зарекомендует себя на практике в наших северных условиях, то, возможно, новым составом начнут покрывать и другие здания, находящиеся в зоне ответственности холдинга «Городское хозяйство». При этом инициативность жильцов многоквартирных домов в этом вопросе играет не последнюю роль. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Уже сейчас медики рекомендуют поставить вакцину от клещевого энцефалита. Дело в том, что прививку ставят трижды с промежутком в несколько месяцев. Таким образом, чтобы, например, подготовиться к пику активности клещей. Обычно он приходится на весну. Начинает прививаться нужно уже сейчас. Напомню, клещевой энцефалит – опасное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, а иногда и к летальному исходу. По словам специалистов, вакцина безвредная и в большинстве случаев переносится легко. Для того, чтобы говорить об полной защите, нужно иметь все-таки 3 прививки. В этом случае вырабатывается иммунитет в 90-100% случаев, который защитит полностью от клещевого энцефалита. И причем эту вакцинацию нужно завершить не ранее, чем за 2 недели до выезда в эндемические зоны.
После летних каникул юные инспекторы дорожного движения вновь приступили к патрулированию городских улиц. Накануне в рамках месячника безопасности сотрудники госавтоинспекции и ребята из отряда юных инспекторов провели акцию «Ступи дорогу пешеходу». Это мероприятие особенно актуально в начале учебного года. В это время водители должны быть предельно внимательными на дорогах вблизи образовательных учреждений. Инспектор ДПС останавливал автомобиль, а дети вручали водителям памятки и просили уступать дорогу пешеходам. Мы юные инспекторы дорожного движения. В нашем городе проходит акция «Уступи дорогу пешеходам». Соблюдайте правила дорожного движения, уступайте дорогу пешеходам, безопасных вам дорог. Спасибо. Спасибо. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Восемнадцатого сентября в Салехарде +8, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. В Ноябрьске 8 градусов тепла, северный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 18 сентября 7 градусов выше 0, ветер северный до 4 метров в секунду.